Если чернила заканчиваются или закончились, выполните следующие действия для заправки емкости с чернилами. Откройте крышку емкости для чернил и снимите заглушку с емкости, в которую заправляются чернила. Возьмите бутылку с чернилами, не встряхивайте ее. Открутите колпачок и снимите изолирующий слой. Затем снова установите колпачок. Откройте колпачок, откройте крышку и поставьте бутылку на горлышко емкости, но не сжимайте ее. Нажмите на бутылку и заправьте емкость. Следите за заправляемой емкостью. Не превышайте линию максимального заполнения чернил. Когда уровень чернил достигнет линии максимального заполнения, снимите бутылку и закройте колпачок. Сохраните бутылку с оставшимися чернилами для следующего раза. Установите на место заглушку и закройте крышку.